Избиратели на выборах поборются за Ипхони и гироскутер. Организация «Камчатка спортивная» организовала фотоконкурс «Голосуем первыми», в котором участники поборются за Ипхони 8, гироскутер и другие призы. От участников конкурса требуется сделать снимок в фотозоне любого из избирательных участков, разместить его в соцсетях с хэштегом «Голосуем первыми» и ждать вердикта посетителей сайта «Голосуем первыми РФ». Призы получат самые необычные и творческие фотографии. Выборы президента в Камчатском крае стартовали в 23:00 МСК 17 марта, когда в регионе наступило 08:00 воскресенье 18 марта. Жители смогут проголосовать на 194 участках до 20:00 по местному времени, когда в столице будет 11 часов утра. 18 марта 2018 года свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участки, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор». В президентских выборах участвуют 8 кандидатов: Сергей Бабурин, партия «Российский общенародный союз», Павел Грудинин, КПРФ, Владимир Жириновский, ЛДПР, Владимир Путин, самовыдвижение, Ксения Собчак, гражданская инициатива, Максим Сурайкин, коммунисты России, Борис Титов, партия «Роста», Григорий Явлинский, «Яблоко». Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.